Обезьянник любимый, подъем. Еще 5 минуточек. Встаем, девочки мои, давно пора. Я уже встала, Тат! Ульяш, вставай давай. Рубашку я твою погладила, но тебе же сейчас краситься, да? Давай. Ульяна! Завтрак, моя хорошая, иди. Иди к маме, иди. На. Так. Еще 5 минуточек, сейчас подождите. Янка, иди помогать с омлетом. Марьян, ванную надолго не занимай, да? Нет, я. Пусти, я на минуту. Я знаю твою минуту. Уля, скажи им. Мама. Мам, скажи им. Точно, обезьянник. Быстро завтракать и едем. Угу. Боже мой, Марья, вот ты как обычно. А, ну вот что ты там делаешь в этой ванной вечно? Ногти опять раскрасят. Да я только там от вас спрятаться могу. А ты давай, давай, двигайся, двигайся. Развалилась. Стоим, девчонки, встали мы хорошо, надолго. Ну и что, ищем позитив, поговорим о чем-то важном наконец-то. Угу. Начинается. О, кстати, а ты когда нас познакомишь со своим этим таинственным, как его, твоего? Как его, как его? Прайсом. Жених! А бойфренд. Ага, мне ага, твой ага. Вариант больше нравится. Да? Ну правда. Вы давно встречаетесь, у вас все серьезно. Ну почему ты на нас не познакомишь? Мама, на дорогу-то смотри. Хорошо, не хочешь о личном, давай о работе. А почему ты закончила с красным дипломом свой институт и теперь работаешь каким-то секретарем у какого-то дяди? Сейчас уже, это только мне будешь выносить мозг или вот этим обезьянам давай, тоже? Выходи замуж, роди нам прекрасного мальчика. По имени Ян. Дети красивые, а что, вот. Женские имена с окончанием на Яна закончились? Так, вы знаете что, дорогие мои, я так жутко опаздываю, что и вообще без вас я куда быстрее добегу, поэтому я всех вас целую. Зануда. Обезьяну. Не любит нас. Целуем. Пока. Давай. Все, себя хорошо. Зануда. Давай, о, бросает нас, видишь? Пока. Ой, ну стоим дальше, девчонки. А мама, мне нужно за курсы заплатить. И за мои тоже. Понял, Марьяна. Заплатим. Как же ты меня достала, воспитывать тебя некому. Ну уж не тебе, ты мне вообще-то тетка. Маленькая, наглая такая, двигайся, давай. И вперед, пересядь. А? Нет, это место для взрослых. Нормально. А ну, иди. Спасибо. Уходи. Спасибо. Я тебе что сказала? А ну уходи! Марьяна! Уходи! Марьяна! Уходи! Эй! Опять собачитесь! Мама, а Яна? А ну тихо! Яна! Тихо! Так, вот твои кони, вот твоя гимнастика. Нет, наоборот. Кони, гимнастика. Все. Лучше скажите мне, я у вас еще ничего? Тата, ты лучше всех. Ну, если такой свет, тогда компьютер. Опасный знак, девчонки. Тревожный знак. Я стала привлекать внимание мальчиков за 60. Если что, валите все на меня! Вот обезьяны. Поехали. Это что такое? Это что такое? Это ёлки. Ёлки. Девушка, мне вообще-то ехать надо. Мне тоже. Не знаю. Извините. Черт, это теперь ремонт. Как мне обезьян развозить? Без да ладно. Что, дрессировщица? Угу. Мать семейства. У нас 4,5 человека. В смысле? Ну, я дочки мои, внучка и собака. Ёлки-палки, звонить куда-то надо. Мне на работу уже. Вас как зовут? Татьяна Янина. Бойко Кира. А? Кирилл. Я в автосервисе работаю. Дайте посмотрю. Ой, Кирилл, так сделайте с ним что-нибудь. Это, я побегу, я горю. Мне в смысле, очень надо. Куда вы побежите? Я ее потом заберу.
Хорошо? Спасибо. А как я? Ну, вот. Спасибо. 8. Ножку выше. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я твоя ложница. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножку, девочки, выше. Здравствуйте, доброе утро и бодрое. 4, 5, 6, 7, 8. Я крайне недоволен происходящим в фирме. И жду от каждого из вас отчет о проделанной работе завтра. Ульяна. Да, Олег Петрович. За вами контроль и фиксация. Угу. Все свободны. А вас, Ульяна, я попрошу остаться. Учился. Мешаешь думать о работе. Олег, подожди, пожалуйста. Олег, подожди. Олег, подожди. Мне очень надоели эти кривые взгляды. И мама сегодня спросила, когда я познакомлю ее с женихом. Я понимаю, что эта ситуация безвыходная, как и наши отношения. Я согласен. Давно пора что-то менять. Я пойду и все расскажу сам. Правда? Олег. Боже мой. Мне тоже надоели эти кривые взгляды, и мне совсем не хочется видеть тебя грустным. Ты хоть понимаешь, как это важно? Ну ты хоть понимаешь, как это важно для меня, для всех, а? А хочешь, я пойду с тобой вместе для поддержки? Хочешь? Я сам. Расскажите мне, вместе посмеемся. Ну, у нас просто как бы своя тема. Ага. Вадик, помнишь, ты спрашивал про мои занятия? Может, пойдем вместе в манеж, и я тебе все расскажу? А, это к лошадям, да? Хм. О, да, точно. Янина же у нас лошадница. Как я вообще могла это забыть? Такой запах. Что ты сказала? А то, что от тебя воняет за километр лошадьми, а? Да, от тебя воняет тупостью. Слушай, ты не припухла ли, а? Да, да, да. Марьяна! Иди, Марьяна! Эй! Они тебя обижают? Тише, 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 тише. Слышь ты, зараза мелкая, ну подняла быстро. Давай, давай. Нет, ее! Стоп! Что происходит? Янина обзывается. И с ней мелкая. Марьяна, Яна, опять... Быстро в мой кабинет. Обе. Алло? Здрасте. Да, что случилось? Я вас поняла. Сейчас буду. Паш, подмени меня еще раз, пожалуйста. Ну не день, а катастрофа какая-то. Хорошо, подменю. Все, спасибо. Я твоя должница. Дважды. Ага. И это уже не первый случай подобного поведения. Мне очень жаль, что вы, уважаемая Татьяна Юрьевна, не объяснили им, что кулаками можно махать, ну, скажем, на спорте. А тут школа, а не ринг. Я понимаю. Да, и если честно, то я давно хотела вас позвать и обсудить. Успеваемостью обеих хромает, вы это знаете. Но вы это оправдываете тем, что они серьезно занимаются спортом. Но это так и есть.
Да, но у Марьяны выпускной класс, вы помните? Я не знаю, что вы себе думаете, как она будет экзамены сдавать. Я уже молчу о том, что они обе портят показатели школы. Ольга Геннадьевна, Марьяна серьезно относится к своему будущему и к школе. Марьяна! Она все понимает. А вы понимаете? И как мама, и как бабушка. Что лучше для них? Это перевести их в школу попроще. Ну, хотя бы в спортивный интернат. Извините. Алло. Нет, не могу. Нет, 15 минут. Угу. Скажите, вы действительно считаете, что детям будет лучше в интернате? Ну, там дисциплина. Необходима им строгость. Насколько я знаю, девочки растут без отцов. Я вижу в этом корень всех проблем. А там мужская рука. Ольга Игнатьевна, спасибо, что вы так трепетно заботитесь о нас с девочками. Но я как мать и как бабушка справлюсь без интерната и без мужской руки. До свидания. До свидания. Удачи. Мам, ну что ты расстроилась? О, Господи. Мама, ну хоть не назвала тебя матерью-одиночкой. Ну что ты из этой квашни? Так, знаешь что, поезжай-ка в свою манеж сама, а я Янку на маршрутке отвезу. Почему на маршрутке, а машина где? Да я машину поломала. Отдала чинить мужчине по имени Кира. Ты еще удивляешься, в кого это мы такие безалаберные? Вот именно. Вообще-то ее одноклассники сами начали, а я Марьяну защищала. Ты моя защитница. Давай. Пока. Пока. Я вас люблю. Ой, кто это? Наконец-то ко мне одноклассники на урок пришли. Олька, привет. Привет. Ты чего? Что с тобой? Так, а ну пойдем. Пойдем. Давай расскажешь. Я тебя сейчас кофейком напою. Ты какой любишь? Что? Олег, он меня изменяет. Давно. Олег, тебе? Там не просто интрижка. Там все серьезно. Он из семьи хочет уйти. Ладно, вы такая пара. Оля, ты чего? Я тоже так думала, пока случайно не увидела их на улице. Она молодая, красивая. Тань, это Ульяна, твоя дочь. Оль, ты чё? Ты чё, у неё бойфренд на работе? Это и есть мой Олег. Он уже год сидит руководителем на той же фирме, где твоя Уля. Она его личная помощница. Да, я их знакомила год назад, когда она работу искала. Вот тогда они и сошлись. Танечка, сделай что-нибудь. Ну, повлияй на нее. Ну, я не знаю, ну кто, если не мать? Ты меня убила, мать. Ну. Я сама в клочья. Олечка, милая мать. Я на колени готова встать. Помоги. Господи, какие колени, милая. Прости. Конечно, я помогу, конечно. А я уже искать вас собрался. А зачем? Вот она я. Ну да. Бросила машину и сбежала. Даже телефончик не оставила. А мне только кражи чужого автомобиля не хватало. Крался на сервис, как мальчишка по городу. Ой, простите меня, пожалуйста. У меня такой день сумасшедший. Знаете, намотал на своих двоих, но на марафон. Правда. А я уже и по номеру машины вас пробил. Янина Татьяна Юрьевна. Год выпуска. Ой, не важно. Я могу забирать? Да, конечно. А сколько вам должна? Ничего не должна.
правда? Никаких денег, о чем вы говорите? Мелочи. Спасибо огромное, спасибо, Кир. Татьяна Юрьевна, да? Я, если вдруг, ну, когда-нибудь, мы с вами могли встретиться, я бы... О, да, я знаю, там куча мелочей, ну, но сейчас-то на ходу, слава богу. Я тороплюсь его. Спасибо вам, Кирочка, огромное. Вы идите, вас ждут. Обращайтесь, вон, если работа. Что. Прикольно. Даже не догадалась, что вы тут хозяин. Работай давай, а не уши грей. Серый, он мне так нравится. Еще с 9 класса. А Юлька это к нему прилипла. Еще меня обзывают лошадницей. Вот я и не выдержала. Представляешь? Ой, Янина. Тебе только с ним разговаривать и осталось, а не в соревнованиях побеждать. Вы идете? Идите. Хм. А ты знаешь, что твоего Серого хотят списать с довольствия? Старый, больной, и результатов уже не будет. Катька, что ты врешь? Ты же знаешь, что он не больной. Или тебе не на кого яд свой выпустить? Так выпускай на этих, красавец, а? Хм. Ладно, девчонки, идемте. Оставим эту парочку наедине. Девочки, видели мою новую кофточку? Я еще в ней фотографировалась. У меня в 4 класс. Алло. Да, мам, привет, скоро буду. Я знаю, что меня ждет знатная головомойка. Да, давай. Не задерживаюсь. Люблю. Янчик, ты чего? Давай живи, у нас сегодня семейный ужин. Да, ты сама за чего грустная? Из-за нашей директорши в школе? Подумаешь. Да нет, малыш. С мамой твоя непредвиденная ситуация. Поехали, по дороге решим, что делать. Повод? Да нет никакого повода. Просто посидим, вкусненько поедим, а то все набегу. А-а-а. Мы просто со старшиками в школе поцапались. Ого, ну это стоит отметить, да. Конечно. Вовсе не это. Сейчас вам кое-что покажу. Значит, смотри. Вот это вот. Угу. Это Улькин отец. О-о-о. Леонид Евгеньевич. Мама, боже, зачем все это? Он был моим преподавателем в ВУЗе. Он был намного старше. Он был, увы, женат. Поэтому получиться ничего не могло. Ну вот получилась Уля. Угу. Вот это твой отец Андрей. У нас тоже с ним не задалось, но появилась ты, моя дорогая. А мой папа? Твой папа... Фотографии твоего папы у нас нет, поскольку родители были слишком юны. Но у нас есть прекрасная ты. Мама, а к чему все это? Давайте есть, а? Девчонки, вы знаете, что мужчины в нашем доме не приживаются. Я была плохая жена. Я не смогла ни построить, ни сохранить. Вы выросли мне без отцов. Я, наверное, неплохая мать все-таки. Я просто хочу, чтобы вы знали, что вы у меня самые-самые дорогие девки. Самые-самые родные мои. Я вас так люблю. Давайте есть, а? Ну чего вы? Ну что это за... Давайте, все. Да, все. Едем, едем, все, едем. Просто пахнет. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Да. Улька, смотри, класс мой выпускной. Все молоденькие такие. Вот, вот это Олег Бычков. А вот это Оля, тогда еще Квитко. У них уже тогда роман был 30 лет назад. Мы их называли Оля, Оля. Любовь такая была. Я его тоже люблю. А вот это его дети. Не получалось у них долго, лет 15. Потом как-то сразу родили 2 пацанов. Все? Ты не имеешь права лезть в эту семью, как ни в какую другую. Ясно? Я сама решу. Ты ничего не добилась в своей жизни. А я хочу добиться. Добиться? За чей счет? За счет его детей или его жены, которая 30 лет с ним прожила? Ты думаешь, ты будешь счастлива? Ты думаешь, ты будешь счастлива? Отстань от меня и никогда меня больше не трогай.
Привет. Задолжала тебе урок по йоге. А это чтоб нам не мешали. Тань. Сядь. Значит так, Олег Петрович, я знаю про тебя с Ульяной. Ольга ко мне приходила в слезах. И мне очень жаль, что ты сам мне об этом не сказал. Слушай, ты в своем уме, а? Ты в своем уме? Ты реально хочешь уйти от своей жены, которая прошла с тобой сквозь огонь и воду, к моей малолетке, а? Или это у тебя тренировочный полет такой? Значит так, забудь о моей Ульяне и думай о своей жене и детях, ясно? Слушай, хватит кричать. Я сам голову ломаю, что и как. Леш, ты что творишь? Ты что творишь? Ты на секунду задумайся о том, что вот ее не стало, Ольги твоей не стало, детей твоих потеряла. Да у тебя же дурь вылетит из твоей башки дурной. Тань, Тань, что делать? Не знаю. Поезжай, отдохни с Ольгой, с детьми. Попроси у нее прощения. Она ж тебя любит, дурака, до сих пор. Ульяна? Да с Ульяной я сама разберусь. И, милый мой, я костями лягу. Вместе ты с ней не Яночка, добрый день. Вы сегодня грустная, или мне кажется? Это проблема. Замуж надо дочку выдать, а то беда. Какие же проблемы решаются замужеством? Многие. Слушайте, а вот молодой человек в очках, высокий такой, с Цезарем еще. Это мой внук, Лёва. Не женат. Занимается исключительно физикой. Аспирант. Прекрасно. Давайте сведем его с моей Улей. Ну, попытка не пытка. Знаете, она сейчас в такую трудную ситуацию по... Оль, Улёш, что-то случилось? Случилось. Мне пришлось уволиться, спасибо тебе большое. Уволиться? Да. Зачем ты влезла в мою личную жизнь? Давай. Мама, мне без разницы. Ты решила меня отца. Ты решила отца Марьяны. Из-за тебя, из-за твоего воспитания. Теперь Яна растет без отца. Ты вообще, ты вообще чего добилась в этой жизни, а? Ты кто? Кто ты? Тренер по йоге? Мама, ты неудачница. И... Какое право ты имеешь лезть в мою личную жизнь, а? Татьяна. Столько профессий в жизни перепробовала, чтобы их на ноги поднять. Я даже бомбила. Она так говорит. Мам, ну чего вы с татой? Объясни, что за детский сад? Отстаньте от меня. Слушай ты ее. Она такая злая, потому что ее бросили. Тоже мне жених. Старый и женатый. Мариша, она меня во всем винит. Я же ей как лучше хочу, понимаешь? Значит так, девчонки. Вы должны мне помочь. Вернее, Ульянке. Надо ее выдать замуж. То есть у меня появится папа? Это на Ульке вообще женится. Знаешь, моя бабушка говорила, на каждую веточку садится птичка. В общем, надо искать жениха.
Обезьянник. Подъем. Янчик. Да? Скажи своей маме, что отныне и во веки веков с собакой по утрам гуляет она. Хорошо. Мама! Тата сказала, что сегодня и отныне с Буяной гуляешь ты. Хорошо. Передай своей бабушке, что я все слышала. Но правда, мне нужно сделать кучу отчетов, чтобы получить расчет. Только попробуй назвать меня бабушкой. Тата, я даже не собиралась. Хорошо, что ее загрузили работой, и меньше страдать будет. Чего вы шепчетесь? Мы опаздываем. Долго этот дурдом будет продолжаться? Идем. Все. Сидеть. Буяна, сидеть. Сейчас с тобой Улька пойдет. Сидеть, моя девка. Так, это... Что это он? Если он решил подкатить вместо своего внучка, я не ручаюсь за себя. Вот бы послушать, о чем они говорят. Что-то она не выглядит вежливой, а? Что-то мне он не очень. Не очень, да? Угу. Мама, что вообще происходит? Это развлечение вместо школы? Мы ищем жениха Оли. Угу. Она же не пойдет на сайт знакомств, понимаешь? А так вроде бы случайно. А подсматривать нам зачем? Ну как понять, каков процесс, там будут ли искры между ними? А, ну конечно же я буду ловить искры Улькины, да, вместо учебы. Класс! Едем, все, едем! Спасибо! Янчик. Гоняй пулями туда, послушай и назад. Ладно. Так значит, вы будущий ученый. Почему? Я уже ученый. Да. Аспирантура физико-математического университета. А вы знаете, все богатейшие люди, ну, если почитать статистику, выпускники физфака. Так что в данном контексте у меня перспективы ого-го какие. Простите, мне кажется, или вы ко мне клеитесь? Нет, просто мне дед сказал, что вы одиноки и по просьбе вашей мамы... Да, понимаю, звучит сомнительно. Фу! Буяна, не ешь это! Ну, знаете, Уля, чувства тоже подчиняются законам физики. Сила, приложенная к рычагу воздействия, к изначальному толчку, способна повлиять даже при встрече... Послушайте, я вообще ничего не понимаю. Но, наверное, либо моя мама что-то не так объяснила вашему дедушке, либо ваш дедушка что-то не так понял. Но дело в том, что я замужем. У меня есть дочь. Которая, кстати, прячется вот там. Ну и дела. По-моему, тухло. Мама его троллит, а он ей про физику. Все ясно. Так, я поехала сама, вы развлекайтесь. Слушай, двери закрой. Умная. До свидания. Янчик, что? Это новый тренер? Да. Он, как его зовут? Мирослав Станиславович. Господи, как вы это выговариваете? Женат? Я узнаю. Да, в общем, меня мама, когда в прошлый раз приводила, он на нее так глазел. Да? Перспективно. Отлично. Иди, садись. Привет. Привет. Что ты, опаздываешь? Я вот тоже опаздываю. Я рада за тебя. Слушай, а ты не хочешь
пойти погулять. Ну их эти уроки. Ну их. Ну отлично, так что пойдем? Пойдем. Пойдем, а то заметят еще и зоб. Ну что, будет делать Вадя то, что проспорил, или нет? Вырубай трансляцию. Ща посмотрим. Надеюсь, мои дорогие, вы запомнили, что после 40 жизнь только начинается, да? Молодость, она где? Она в глазах. Это огонь. А огонь у нас в глазах чьих? Правильно, в глазах влюбленной женщины. А здесь мы с вами будем говорить о крепости тела и духа. Я вам расскажу все о здоровом питании. Вот, прекрасно. Вот, замечательно. О работе с группами мышц, о расслаблении. Будем все записывать, вам это пригодится. И выходим. Молодцы. Вот, это у нас Родео Маша и малыши Зора и Самсон. Хрюня, Радуга, Кокос и... Самое главное, это мой конь Серый. Сейчас познакомлю. Серый, иди сюда. Вот. Старенький, конечно, но очень классный. Хочешь покормить? Не знаю, он какой-то облезлый. А можно мне будет покататься на лошади? Да, конечно. Хочешь, сейчас оседлаю. Слушай, а если я на этом покатаюсь? На Кокосе? Да. Это не мой. Серый мой. Ну, пожалуйста. Просто я уже себя представил черным всадником. Понимаешь, да? Угу. Спасибо. Сейчас. Ну что, ребятки, посмотрим, на что готова наша принцесса ради меня. Мне кажется, что на все. Чи-чи-чи-чи-чи, кокос, давай, еще один кружок. Тише. Он не очень любит чужих седоков. Но зато какой красивый. Да, это конь дочки директора манежа. Тише. Слушай, Мариан, ты можешь меня отпустить? Я сам проехать захочу. Без твоей помощи. Нет, не знаю. Ну, пожалуйста, сделай для меня одолжение. Как друга прошу. Хорошо. Коленки только держи. Ага. Пятки вниз. Да. Ой, как классно. Не выдавай меня. Мы сейчас закончим. Хотя, честно говоря, запах здесь не очень. Но зато теперь понятно, откуда он от нашей лошадиной принцессы. Какого черта он делает на моем кокосе? Стой! Фу! Стоять! Ты куда? Стой! Папа, это как нормально вообще? Эта бешеная мало того, что взяла чужого коня, так кокос еще и пострадал. С испугу побежал и поцарапал бок. А это порча имущества? Вот именно! Она еще улыбается. Папа, она должна оплатить его лечение. Да, нехорошо вышло. В общем так, наверное, должны платить родители. Не надо родителей. Я сама заплачу. 25 000. Сколько? За лечение, перевязки и все остальное. Ты как несовершеннолетняя. Мне почти 18. Вот-вот будет. Вот-вот, это через 5 месяцев. Но не могу я, как директор, решать финансовые вопросы с несовершеннолетней. В общем так, Янина, пора звать родителей. У меня только мама. Ребятки, со мной все хорошо, не переживайте. Я, как всегда, на коне. Вы же все прекрасно понимаете. Здравствуйте, дорогие зрители. Вадичка по моей вине случайно коленочку свою поцарапал, да? Вообще-то не поцарапал, а у меня ушиб. Или растяжение даже. Так, Вадюша, выставляй счет. А, и не забудь про моральную компенсацию, да? Ведь лошадиная принцесса все оплатит, да? Янина, ты что, вообще офигела, а? О, конечно. Слушай, а давай все переснимем еще раз, чтобы ракурс был получше, а? Хочешь, да? Ты урод! Просто урод! Ты дура, ты мне телефон разбила!
Мам, ты меня заберешь сегодня? Нет, Тата не может, она предупредила. Мам, ну забери, или мне самой ехать. Я буду ждать. Пока. А меня сегодня мама забирает. Да ладно. Помните мою маму? Помню. Она красивая у меня, правда? Только очень в себе не уверена. Ее надо всегда хвалить. Да ладно, не похоже. Хотя твоя мама на самом деле очень красивая. Вот и вы ей это скажете, ладно? Когда она придет. Ей сейчас это очень нужно. Хитрюга. Это вместо того, чтобы я рассказал, как ты нянчишь на моих тренировках, да? Не всегда. Я исправлюсь. Проверю. Вперед. Здравствуйте. Здрасте. Ну что, как тут моя гимнастка? Яна, я очень тороплюсь, давай побыстрее. Ладно. Ну что, очень даже хорошо. Мы готовимся к соревнованиям. Только что прошел успешный отборочный тур, поэтому, я думаю, все будет хорошо. Вы думаете, стоит продолжать? Ведь все-таки столько времени занимает, как-то... Знаете, у вас очень талантливая дочь. Я думаю, что все победы у нее только впереди. Да? Да. Смотрите, я сейчас уезжаю, поэтому, если хотите, я могу вас подбросить. Вы знаете, проблема в том, что я не домой, а мне на Садовую, поэтому... Отвезу, не вопрос. Правда? Да. Мне тоже домой. Ну да. Ульян, простите за вопрос, конечно. У вас никогда не было проблем с лишним весом? Что? В смысле, в пубертатном периоде. Хорошо, объясню. Мы всегда смотрим на мам наших воспитанниц, какова генетика. Знаете, как оно бывает? В подростковом возрасте начинают расти дети ввысь, вширь, как на дрожжах. Вширь, ввысь. Нет, я поняла. Никогда не было. Мы все пошли в мою маму. В семье у вас все женщины очень обаятельные. Ну, в смысле, генетика хорошая. Вас попросили говорить мне эти глупые комплименты? Ага. Почему глупые? Я вполне искренне. Понятно. Послушайте, ладно, одна ребенок. Но вы взрослый человек, а? Вам не стыдно? Спасибо большое, мы сами доберемся. Но мне на самом деле нравится, Ульяна. Я вам ничем не могу помочь. Маленькая хулиганка, тебя я такого вообще не ожидала. Тата сказала, нужно клин клином вышибать. Тата, ну конечно, кто бы сомневался. То есть это бабушкина идея, сватать мне этих нелепых женихов. Почему нелепых, мама? Да потому что у нас один кто? Заучка, собака и не в меру игривым дедом. А другой? У другого только что, прыжки, соревнования в голове. Ну вообще, что это за идея? Ой, мам. Ау. А мой папа, он тоже был нелепый? Почему ты спрашиваешь? Ну, я бы хотела увидеть, какой он. Хоть разочек. Яночка, понимаешь, это невозможно. Он живет в другом городе. И давай больше не будем говорить на эту тему. Ну, чего ты надулась, а? Я покатаюсь немного и приду. Дожили. Воруешь у матери деньги. Это на мою учебу. Марь, на какую учебу? Учеба с осени. Зачем тебе деньги? В манеже проблема. Я коня чужого испортила.
Янг, ты что тут одна? Ты плакала? Да я не плакала. Плакала. Рассказывай, почему. Тат, почему у меня нет папы? Ну, это я. Я родилась, и он сбежал. Нет, все не так было, миленький, все не так было. А у них с мамой разладилось, когда тебя еще не было. Ну, им по 17 лет было, глупые, молодые, да? Ну, бывает так, когда два хороших человека и не получается так, как хотят. Понимаешь? Ну, детка, выше нос. Ты же у нас самая-самая. Ну? Младшенькая любимица. Младшенькая любимица, конечно. Точно? Точно. Ой-ой-ой! Ты куда? Ой! Какой ты тяжелая у меня! Я упаду с тобой. Ой, Аня, давай. Кто это там у нас? Алло? Ольга Геннадьевна? Да, я поняла. Привет. Я поняла. Будем принимать меры, конечно. Спасибо. Марьяна, расскажи, пожалуйста, маме, почему ты воруешь ее деньги? Мам, я взяла 25 тысяч. Ты прости меня, но они очень нужны. На что? На подкурсы. Я выбрала вуз педагогический. Есть шанс поступить на бюджет, а эти курсы помогут. Скажи, пожалуйста, это как-то связано с тем, что ты побила Вадика Тиченко и спросила его слушать? Из школы звонили, опять вызывают. Мамочка, ты только не волнуйся. Но, кажется, из школы меня совсем выгоняют. На этот раз Татьяна Юрьевна совсем уже не до шуток. Родители Вадика Диченко подняли шум. Грозят чуть ли не заявлением в полицию. Он с коня сам упал, нечего было лезть. Ну, это еще ладно. А кто ему телефон дорогущий разбил в размере двух моих зарплат? В общем, так. Это надо все компенсировать. Компенсируем. Но это еще не все. Если бы только родители Диченко. А тут еще родители Юлии Голубовской жалобу написали. Что постоянные конфликты в классе из-за Марьяны. Ничего личного, Татьяна. К вашей дочери я отношусь хорошо, но... Говорите, что «но»? Совет школы принял решение, что Марьяне лучше, и мы хотим вам это предложить. Перевести ее на домашнее обучение. На оставшееся до экзаменов время. Ну, это единственный выход, иначе нам придется ее со школы. Выгоните! Ура! Экзамены она придет сдавать со всеми. Но пребывание ее в классе... Ну, ничего. За телефон мы заплатим и задолженных денег. Ну, конечно, уже никаких подкурсов не будет, но... Мам, эти 25 тысяч мне не на подкурсы. Я должна их в манеже отдать. Как? Подожди, я же все заплатила уже. И почему столько? За порчу чужого коня, иначе я и оттуда вылечу. Я по-твоему что? Я печатаю эти деньги? Мам, я подрабатывать пойду. С домашним обучением время свободное появится. Я тебе все верну. Садись уже в машину.
Ладно, если что, машину продадим. Не надо продавать. Конечно, не надо. Она поломана. Сейчас еще заплатим за ремонт. Мамочка. Зойка моя. Я тебя очень сильно люблю. Прости меня, пожалуйста. Я уже простила. Ну, ну. Мы с тобой справимся. Все будет хорошо. Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Ну все, все, детка, ну все. Миленький мой. Я домой поеду на транспорте. Хорошо, давай. Ну все, все. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Здравствуйте, это Кирилл? Кирилл, это Татьяна Янина. Помните меня? Это хорошо. Я хочу к вам за помощью обратиться. Ой, как вкусно пахнет. Когда будем садиться за стол? Минут через 40, я думаю. Мам, а какая фамилия была у моего папы? Ну, просто тата говорила, что намного смешнее, чем Янина. А зачем тебе? Ну, просто интересно. Бабник, бублик. Бабий. Степа Бабий. А как вы познакомились? Он был братом моей одноклассницы. Мы познакомились перед моим выпускным. Он пришел в отпуск из армии. Причем раньше я его как-то не замечала, а тут он такой... стрижка, форма. Красавец. Угу. Голова закружилась. Ну, а потом он уехал, и все. Как все? А почему он обо мне не знает? Ян, а что у нас за допрос сегодня? Мама. То, что ты будешь, я узнала уже ближе к осени и... И написала ему? Нет. Я пошла к его сестре, Кладе. Мы с ней уже не общались, учились в разных вузах, и... Я к ней пришла и спрашиваю, а почему Степа мне больше не отвечает и не пишет? А она мне говорит, что у Степы есть девушка, и у них уже давным-давно все решено, и она его ждет с армии. А насчет ребенка, ну, тебя, она сказала, что ему нет вообще никакого дела, чтобы я оставила их в покое. А мама сказала, что мы сами справимся. Не... Яна, что у нас вообще за разговор, а? Я не хочу говорить на эту тему. Ладно. Если ты знаешь мою маму Ульяну, ответь. Слушайте, я опять опаздываю. Давайте я поеду на такси, а ключи вы мне завезете в клуб, я потом ее заберу. А вы, Татьяна, я смотрю, любите все усложнять. Нет, я люблю все планировать, иначе я никуда бы не успевала. Да тут дело на 5 минут. Сейчас, подождите. У вас такие руки? В смысле, приятно наблюдать, как вы работаете. Да ведь не работа. Мелочь. Мои девчонки подкидывают мне
проблемы одну за другую. Знаете, можем как-то оформить или кредит, или... Да разберемся, не беспокойтесь. Я вас прекрасно понимаю, у меня у самого дочка взрослая. Правда? 22 года. Замужем уже в другом городе. А супруга ваша? А та вообще в другой стране. По работе поехала, заодно и личную жизнь устроила. Угу. Лет 10 уже в разводе. Ну вот, принимайте. А вы знаете, Кир, это прекрасно. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Я не про машину. Кир, я хочу пригласить вас на свидание. Меня? Я... У дочки моей, Ульяне. Она такая девушка, ей очень нравятся мужчины вашего возраста. А вам же наверняка нравятся девочки такие, как она. Вы серьезно? Абсолютно. Вы знаете, она в очень сложной эмоциональной ситуации. Если бы вы смогли помочь, я уже придумала, как я бы вас встретила. Она не пойдет на свидание, но я бы ее попросила привезти машину к вам в сервис. И, ну, вдруг вы друг другу понравитесь. Вдруг? Да. Татьяна, может, вы сами машину... Дочка. Спасибо. Ой. Привет. Здравствуйте. Алло, Янка, привет. А где мама? Готовила обед, а теперь лежит в своей комнате. Ага, страдает. Слушай, а пойди к ней, включи громкую связь. Окей. Тат, мы слушаем. Значит так, я твоей маме уже давно оплатила в клубе занятия с инструктором. А раньше у нее не было времени, а теперь есть. И если она сегодня не пойдет, то занятия пропадут. А деньги там немалые. У меня все, целую. Спасибо, только я никуда не пойду. Пусть сгорают. Мам, ну сходи. Это лучше, чем валяться и жалеть себя. Или у тебя совсем нет характера? Мне вообще-то есть чем заняться. Мам, сходи. Так, давай, давай, не халтурим. О! И весели работаем, я не вижу улыбку. В упражнении нужно делать улыбку. Давай еще три раза. Ой-ой. Давай, 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 и улыбаемся. Раз. Ты дышишь там? Да. Да? Два. И давай последний. Давай, 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 молодец. Ну тяни, тяни, тяни. Три. Давай, вставай. Отдыхаем, дышим. Попей водички. Представь, что есть стена. Так. Будем делать приседы. Угу. Угу. Прикол? Давай. Угу. Ноги на ширине плеч. Угу. Коленки, носки смотрят прямо. Угу. Приседаем на счет три. Давай, давай, давай. Два. Таз отводим назад. Правильно. Угол 90 градусов. Поднимаешься. Угу. Раз, два, три. Поднимаешься. Угу. Еще раз, два, три. Поднимаешься. Угу. Ты легко получается. Давай с мидболом попробуем. Да слушай, ну надоело, а не хочу я. Надоело маме, будешь дома говорить. Тебе мышцы потом спасибо скажут за то, что приобрели и рельеф, и упругость. Работаем. Хочу я говорить научишь, да? Да. Да, все научу делать. Понимаешь, мышцы бедра и ягодицы – это проблемная зона у женщин. И ты мне потом спасибо скажешь, когда кругляш здесь будет вместо плоского блина. Сразу видно, что у тебя сидячая работа. Давай. Слушай, слушай, смешно, что ты воспринимаешь меня не как девушку, а как набор мышц и жировой прослойки. А это отлично, я тебе скажу. Давай еще два раза. Давай, раз, два, угол 90. Молодец, давай пресик добьем. Ложись на тренажер. Голову сюда. Руки вверх. Так. Дотрагивайся до моей ладони, поднимай. Поднимай лопатки. Оп. Давай, давай. Короткое движение. Молодец. Пять. И последний. Все. Закончили. Давай. Ты молодец сегодня. Завтра отдыхаешь, а послезавтра я жду в клубе. Зверя. Держи ключи. Спасибо.
Пей много воды. Хорошо. Ты молодец, Ольга. Паш, как ты думаешь, удастся тебе расшевелить мою Лену Несмеяну? Что-то она совсем закисла после этих неудачных отношений, после этих увольнений. Нет, ну я всегда готов и подыграть, и расшевелить, и позаниматься. Тем более сейчас много времени свободного есть, я в клубе ночую. А что ты в клубе ночуешь? С квартиры съемной поперли. Пока новую ищу, в тренерской контуюсь. Окей. Okay. Так, я не поняла, это что такое? Я иду к подружке делать уроки. Есть какие-то претензии. Это моя помада? Я тебя убью. Нет, это Татина. Я скоро вернусь. Пока. Так, если она пошла к Рите Демченко, она должна была чатиться с ним. Так, сейчас бы она, подожди. Ага. Блядь! Ты дура малолетняя, даже выкладки не научилась закрывать. Так. Сообщение Степану Бабей. Если ты знаешь мою маму. Давай встретимся с тобой сегодня и с твоей мамой. Буяна! Буяна, я буду искать! Быстро, иди сюда! Быстро, быстро, быстро! Беги, искать, искать, искать! Ты Яна? А мама твоя где? Ты плохо слышишь? Я без нее пока. Вы Степан? Я думал, вы вместе придете. Хотел с мамой твоей познакомиться. Поэтому написал. Значит, вы с ней не знакомы? Эй, отойдите от нее быстро! Тихо-тихо, спокойно. Вы вообще понимаете, что за такие встречи могут быть? Ей 10 лет! Я думал, это мать тебе пишет и хотела познакомиться со мной. Идите! Нормальные какие-то. Мозгами своими вообще думаешь? А вдруг это маньяк какой-то? Я думала, это папа. Я хочу найти своего папу. Это не тот Степан, дурочка. Ну, откуда ты знаешь? Да потому что я знаю его в лицо. Мне тогда 7 лет было. Тогда как его найти? Он фамилию свою стеснялся и хотел поменять ее на материнскую. Калиновская, кажется. Сейчас придут. Сейчас. Вот, Степан Бабий Калиновский. Покажи. Это он, точно? Да. А он неплохо подтянулся. Смотри, у него фирма своя есть. Если интернет не врет, офис его фирмы находится где-то тут, в этом здании. И что? Прямо сейчас пойдем к нему? Вообще рабочий день уже заканчивается, он должен сейчас выходить. Ой, нет, я не готова. Час назад была готова, а сейчас нет? Стоим и ждем. Это он. Он. Он? И что теперь делать? Давай иди, я живу, дочка. Не, я сама иди. Яна, иди, это... Яна, давай еще в прятки с тобой поиграем. Боюсь. Иди, я тебе сказала. Я сама да, иди. Да, иди, отцепись от меня. Буяна, а пошла вон. Степ, что стоишь? Сиди, сиди. Девушка, убирайте собаку, это не площадка для выгула. Давайте, убирайте! Яна, девушка, ну если она буйная у вас, зачем отпускаете-то? Она сама сорвалась. А я бы сказала, кто тут буйная. Простите. Так, Лен, спокойно, не начинай. Да, его не
знать. Таким он правда стал крутым. Меня не узнал. Пошли. Куда? Домой. Пошли, пошли. Все равно нет вариантов, а дома решим, что делать будем. Давай. Мама, твою фантазию, ты знаешь, вообще не остановить. Мужика незнакомого к нам поселить в квартиру. Паша не незнакомый мужик. О, девочки, как раз, смотрите, Паша, мой коллега по работе. Привет. И наш новый сосед. Классно, мам. Дальше катиться вообще некуда. Так, Паше нужно жилье, а нам катастрофически нужны деньги. Поэтому это взаимная выгода. Мама, какая выгода? Ну что это за нелепость? Яна, что у тебя на губах? Пойдем смывать. Не ори на нее, ама. Марьян, решать тебе. Если Паша к нам переедет, то он будет жить в твоей комнате. А ты будешь жить у меня. Ну, что скажешь? Ну, что скажешь, Буян? Деньги нам нужны, пусть живет. Пойду вещи собирать. Все, девчонки согласны? Да. Ну, как видишь, не все. Сложно им будет со мной. С тобой? Сложно? На терпение надо воспитывать. Паш, ты дома. Пойдем чай пить. Это кухня у нас. Вот чайник. Вот плита. Пошли. Доброе утро. Доброе. Вижу, наши собачки дружат. Да, как видите. А вы молодой человек? Я Павел. Вы, простите, кто? Фитнес-тренер. А Янины вы кто? Жених Ульяны или кандидат в ее отчим? В смысле, я и Татьяна. Что вы, Татьяна? Да нет, я комнату у них снимаю. А. У нас взаимовыручка. Понятно. Стоять. Теперь беги. Доброе утро всем. Только вот как вас называть всех? Только попробуй назвать нас обезьянником. Пашка, спасибо, что выгулил. Пожалуйста. Я в душ на минутку. И нет, я на две минутки. Доброе утро еще раз. Завтрак дело правильное. Я, кстати, советую ученицам своим приседать во время готовки. Совмещать приятное с полезным. Не пошел бы ты со своими приседаниями. Доброе утро. Если что, я могу вместо мамы поприседать. Доброе утро, мамочка. У нас раньше было так малолюдно, так скучно. А то сейчас так весело. Да. Только в этот раз ничего опять не получилось. Жених-то не в моем вкусе. Ванная свободна, Паш. Янка? Да, мам. Давай, признавайся. Бабушка хочет выдать меня замуж. Ай, мама! А вы с Марьяной в сговоре. Ну, давай, отвечай. Что нам еще делать, если ты такая ходишь? Какая? Растрепана. Ну, мама... Тогда и я ее выдам замуж. Тату? Да. И вы с Марьяной будете со мной в сговоре. И даже не возражай. Мам, а? Меня вообще-то в школу пора. Ну, так сейчас я тебя доплетую и выйдешь. Ты в клуб? Мы сейчас в школу. Ага. Меня ждет встреча мечты с родителями мальчишки, которому Марьянка разбила телефон. Да было ему еще голову разбить, все равно у нас кухня. Вот это не смей им сказать. Хотя я туда без тебя пойду. Так, где Янка? Где? У зеркала. Хотите, я с вами поеду? В качестве кого? Как друг семьи, для поддержки. Мам, соглашайся. То-то-то-то. Директорша удивится, что у нас в семье мужчина появился. А что, а я не против? Поехали. Так, ну где Янка?
за испорченный телефон. Пересчитайте. Надеюсь, ко мне и к моей дочери претензий больше нет. Секундочку. А моральная компенсация? Могу предложить курс бесплатных тренировок для вашего сына, для укрепления духа и тела в качестве моральной компенсации. Потому что, я так понимаю, у него проблемы с характером. С чем? С характером. Только тюфяк может подставить девочку и потом еще требует деньги. Или это издержки воспитания? Знаете что? Ну все, претензий нет. Мы даже связываться с вот этим всем не будем. Идем. Да, и не надо вот это вот. Главное, деньги не забыли. Ну вы скажите, вот к чему это сейчас все было? Вот зачем вы его привели? И вообще, кто он такой? Объясните. Кто? Муж, друг и тренер. Мой, Яны и Марьяны. А, так вы вообще-то определитесь, кто кому и что. А то у вас все через одно место, извините. Вы знаете, а мы вам тоже можем предложить курсы тренировок по омоложению лица и избавлению от лишнего веса. Татьяна, кстати, ведет. Паш, ты так зря, по-моему, она оскорбилась. А ей вас оскорблять можно, значит, да? Да я к ней привык. Угу, она маму все время подкалывает. Вы одиночка, где мужчина? Бабушка подкалывает. Кстати, Диченко с такими перекошенными лицами вышли. Что ты им сказал? А ты что, не все подслушала? Все. Молодец, что мама защитил. Уважаю. Я просто не выношу, когда женщины бежают. Так. Меня трясти начинают. У нас день раздачи. Это тебе за испорченного коня. Мам, так может, Паша со мной поедет? В манеж. Мне защитник там тоже нужен. Ну да, надо помочь. А занятия в клубе? Подмените меня. Ну, подменю. Хорошо, езжайте, все. Поехали. Скажите, а здесь железные мускулы? А они отпросились. В смысле, я сегодня вместо них. Точно здесь? Мы на круговую пришли. На круговую? Ну, отлично. Берем гантельки и становимся в круг. Ребят, я, конечно, не Пашу, но я пожестче буду. Давайте. Так, руки перед собой, полуприсед. Начинаем разминку. Раз. Хорошо. Два. Я не понимаю, почему вы так легко деньги свои отдаете. За вас некому заступиться? Теперь ты у нас есть. Кстати, ты так и не рассказал, почему тебя трясет, когда женщины бежают. Когда мама и папа были живы, батя часто распускал руки, бил маму. Я тогда в качалку пошел, чтобы защищать ее. Извини. Да что извинять? В жизни у каждого есть какие-то болевые точки. Ой, Янина, привет. А с кем это ты? Наш новый ученик? Вообще-то он не ученик, он фитнес-тренер. И, между прочим, он мой парень. Здрасте. Здрасте. Вот, пересчитайте. Все теперь? Мария, ну чего ты обижаешься? Ну, вроде же все поняла. А где мама? Я без старших деньги взять не имею права. Ему 23. Годится за старшего? Это мой дядя. Дядя? А мне показалось, ты другое говорила. Все, Янина, претензий к тебе нет. Пап, а у Марьяны дядя, оказывается, фитнес-тренер. Паш, не желаете нам помочь? А в чем дело, Кать? Ну как это в чем, пап? У нас у многих физподготовка хромает.
А лошади страдают, таская на себе всадников с лишним весом. У нас нет такой вакансии. И что, пап, придумаем? Павел, так вы поможете нам? М? Марьян. Марьян, ну ты чего обиделась? Было бы из-за чего. Знаешь, смотреть неприятно. Скажи, ты по жизни такой? Ты сейчас о чем? Про то, какой ты вежливый и галантный. Тоже мне рыцарь. Сказали за улей ухлёстывать, пожалуйста. Со мной с полпинка пошел. Катька, глазки строить тебе так, пожалуйста, мы тоже тут успели. Я понял. Я ж, по-моему, тебе пытался объяснить, что я не могу отказать женщине в помощи. Это называется плыть по течению. В каких-то ситуациях да, в каких-то нет. Угу. А ты знаешь, кто плывет по течению? Кто? Мусор. Я думала, ты другой. Ты мне помог? Ну так давай, иди. Иди, иди. Ну что, ребятушки, всем спасибо, занятие окончено. Колени проверь. Колени. Носки тяни. Носки тяни. Спина. Хорошо. Расслабились. Угу. Привет. Здравствуйте. А, девушка с собачкой. Где же ваша эта Буяна? У меня к вам серьезный разговор. Прям таки серьезный. Марьяна. Очень приятно, Степан. Марьяна Янина. Привет. Что-то я ее не узнал тебя совсем. Не парься, я подросла немного. Да уж, подросла. Ну, пройдем. Пошли, пошли. Проходи. Сестру мою хотя бы не забыл? Смотри. Это кто? Сестренка ваша младшая? Нет, это твоя дочь. И Улькина. В смысле дочь? Ульке до тебя дела нет, а вот Янку колбасит, отца хочет повидать. Как, дочка? Да, да. Твоя дочь. Ей скоро 10. Или ты не знал? Моя, что ли, дочка? Конечно, твоя. Или тебе твоя сестра ничего тогда не сказала? Ты что мне сказали? Сказали, что Улька мне замену нашла. Даже две гуляет с ними. Вот что мне сказали. И ты поверил и не проверил?
А как я тебе проверю? Как? Я в части за 1000 километров. Улька писать перестала. Это ты перестал писать. А Ульке твоя сестра сказала, что ты женишься. Мол, какая-то там тебя уже из армии ждет. Не это, я так понимаю, да? Да? Это Лена. У нас свадьба скоро. А я тут со своими новостями не вовремя. Слушай, в нашей кофейне такая очередь. Здрасте. В общем, все ясно. А Янка у нас чемпионка растет. Гимнастика серьезно занимается. У нее скоро соревнования. Но ты можешь не приходить, мы только близких зовем, кто искренне будет радоваться. Пока! А что она хотела? Стёп, все нормально? А что за женщина с ребенком на фотографии? Готова? Нет. Давай. Поднимаемся. Вот так, хорошо. Я больше не могу. Слушай, ну ты запустила, конечно, себя. Слушай, я тебе сейчас оторву жизненно важный орган. Это какой? Это язык. Ладно, давай еще чуть-чуть наверх. Дыши, дыши. О. Молодец. Так, правую руку сюда, ладонь. О, эту ладошку ко мне. Нет. Тянемся, тянемся. Молодец. Продолжай тянуться. Мама твоя. Мама. Да. Мама, да. Просит передать тебя. Так. Возьми ключи от машины на ресепшене и отвези ее в сервис на Лесную 8. Хорошо, да. А почему я? Почему, блин? Дыши. Потому что Таня прибежала по делам, а машина требует проверить ходовую. А, хорошо. Ой-ой, хорошо. Да. Все. Слушай, это бред какой-то. Почему я должна заниматься ее машиной? Ты случайно не в сговоре с моей мамочкой? Нет, конечно. Давай, все, тренировка окончена. Все? Расслабляемся, да? Да, да, у меня еще 3 персоналки сегодня, поэтому... Давай. Хорошо. Ты чего, Марьян? Я ходила к нему сегодня. Без меня. И что он? Ну, говори. Он скоро женится. На модельке, которую Буяна облаяла. Женится? А я? Он вообще хочет со мной встретиться? Ян, я не знаю. Он даже не знал про тебя. Наверное, нет. А кто тебя просил? Зачем ты туда пошла? Я хотела как-то ускорить. Чтобы он пришел сюда. На соревнования. Чтобы ты победила, и он увидел, какая ты классная. И что, придет теперь? А все из-за тебя! Ты дура! Я для тебя старалась. Своего папашу лучше ищи, лошадница! Тебя к людям пускать нельзя! Вы Яну Янину видели? Видели. Куда она пошла? Домой, наверное. Она хвасталась, что теперь она сама домой ходит. Да не ходит она, ее постоянно забирает. Спасибо. Значит, дело не в ходовой. Я приехала, чтобы вы поменяли лампочку. Да. Бред. Я сорвалась из-за одной лампочки. Ну, мама наградила. Да уж. Она у вас такая. Ваша мама может. Стоп. Да и так вроде никуда не едем. Вы мой очередной жених вслепую? Отвечайте. Ну,
ваша мама. Да. Итак, отбой. Значит так, мне не нужны женихи, романы. И вообще, я хочу, чтобы моя мама от меня отстала. Поэтому давайте сюда ключи, я поехал. Так я это самое... Я и сам хотел... Понимаете, Татьяна, она... Как бы это... Она... Я бы сам хотел побольше про вашу маму узнать. Она у вас такая... Странная? Необычная. Ну, вообще, у нас вся семья такая. Не переживайте. Угу. Чистый обезьянник. Вам если нравится моя мама, вы будьте посмелее. Нет, нет, вы не мямлите. Это мой дружеский совет. Давайте ключи, я поехал. Понял. Смелее. Ну что, все ок? Я с тобой вообще не разговариваю, заговорщик. Почему? Я съездила вот этот автосервис вовсе не из-за машины. Мама подготовила мне очередного жениха. Это вообще вот когда-нибудь закончится? Блин, ну... В этой жизни все когда-нибудь заканчивается. Я думаю, если Философ, это... иди, пожалуйста, качай свои ягодичные с бицепсами. Мама, в каком зале? И повторяем себе как мантру. Мне за 40, и мне хорошо. Мне за 40, и мне хорошо. И вообще хорошо жить в любом возрасте. Главное помнить, что ты у себя одна, ты уникальная, ты прекрасная, ты красивая. И ты себя любишь. И другие тебя любят. И ты любишь их. И ты любишь эту жизнь. И вы у меня сегодня большие молодцы. И наш урок окончен. Спасибо. Спасибо, девочки. Спасибо, миленькие. До свидания. Мам. Привет. Оль, привет. Что случилось? Нет, все хорошо. Но ты бы просто так не пришла. Мам, все хорошо. Я была в автосервисе. Вот ключи. Угу. Лампочку поменяли. Угу. Кира. Кира, а как он? В смысле, ты? Я хорошо, а он, ну, такой немногословный мужчина. Угу. Доченька, что случилось? Лен... Я просто... Просто хотела сказать тебе, что ты не неудачница. И я тебя очень люблю. И ты очень светлая. Девочка, моя девочка, я тебя так люблю. Я тебя так люблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мама! Мне там Паша такие мышцы растянул, которые... Паша может. Да. Паша может, да. Девочка, да. Мам, еще. Я тебя очень прошу. Прекрати искать мне женихов. Хорошо? Договорились? Mm-hmm. Я сама все найду. Угу. Яна! Ян, ты дома? Слушай, ты отлично водишь. Надо вообще раскидаться с долгами и подумать про машинку для тебя. А что, будешь на своей кататься? Слушай, ну зачем, мам? Я сейчас все равно выйду на новую работу, буду ездить на транспорте. И вообще, возить должен мужчина. А то мы все на себя взваливаем, а потом жалуемся. Ты какая мудрая у меня. Пингвинчик. Ты видел, как он ходит? Янка! Янка, приходи, будем готовить ужин. Я с бабушкой помирилась. Сейчас тебе дам бабушку. Яна нет дома. А где она? Она у подружки Светы Соколовой. Сейчас пойду ее заберу. Ну, зови скорее.
Марьян, ты куда? Янка пропала. Я знаю, где она может быть. В смысле? Подожди, так ты водить умеешь вообще? Да, мне мама очень. А права есть? Я понял. Давай, я отвезу, скажешь, куда. Я не звонили? Миллион раз, у нее телефон разряжен. Пожалуйста, быстрее. Мама не знает, что я взяла ключи от машины. Едем? Что это за девочка? Это что, с фотографией? Она здесь одна? Девочка, а где твоя мама? Яна! Стёп! Яна! Стёп, что происходит? Яна! Янка! Яна! Что, стой же ты, подожди, быстро! Яна! Да подожди ты! Уйди! Уйди, Ритон! Уйди! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, уйди. Тихо! Все, все хорошо. Все. Ты чего убегал-то? Там эта твоя. Лена, тебе мама гулять одну отпускает? Мама не знает, где я. Маренко сказала, ты не знал обо мне. Или знал. И даже не искал. Я не знал, Лен. Поэтому не искал. Я во всех соцсетях есть. Фотки там выкладываю. Ну, с гимнастики. Я занимаюсь. Вот скоро соревнования. Ты придешь поболеть за меня? У тебя телефон есть? Надо твоим позвонить. Маме твоей. Он разрядился. Ее номер я не помню. Что же мне делать-то с тобой? Номер не помнишь? Ехать со мной не хочешь? Не с тобой, а с этой твоей. А ты всегда такой нерешительный. Чего? Это тебе мама твоя сказала? Мама тебе вообще не говорит. Понятно, я не удивлен. Видимо, она считала, что я ей не подхожу. Раз и тебе ничего не сказала. Видимо, знаешь, ей нужен был кто-то покруче. Покруче меня, что ли. А ты? А чего я? Я тогда из армии вернулся. И женился? На той, которая тебя ждала? Да ничего я не женился. Не думал даже. Не собирался.
Из армии пришел, в город другой уехал. Учиться пошел, вначале на очном, потом на заочном. За работу любую хватался. Ну, чтобы самому себе доказать, что что-то могу, что-то стою. А вот теперь видишь, вот как. А, почему ты больше к маме не пришел? Да сказали, что мама твоя замуж вышла. Что у нее все хорошо. Вот я и решил не оглядываться назад и уехал. Ну что, пойдем? Давай руку. Что-нибудь придумай. Стёп, ты можешь нормально объяснить, что происходит? Она денег у тебя просит. Мне не нужны ваши деньги. Ну, может, маме твои нужны? Наверняка скажешь, она болеет, что-то в этом роде. Лен, прошу тебя, перестань, пожалуйста. Да, у мамы сейчас все сложно. Но она тоже не возьмет ваши деньги. Ян, подожди. Встаньте, Яна, в автобусе! Стёп, хватит этих догонялок. Кто она? Дочка моя. В смысле, дочка? Стёп! Ты мне только сейчас об этом говоришь? Сам только что узнал. Стёп! Я нужен? Нет! Мобиль давно ушел, и Янку он не видел. А, ты Яну как-то ему описывала? У тебя есть ее фотография в телефоне? Да, есть. Смотри, найди, покажи ему. Может, он скажет, проходила она здесь или нет. Командовать пришел? В том числе и да. Марьян, подожди. Что? Это не Яна там? Ян! Как ты могла, балда малолетняя, мы тебя искали! Я ему не нужна. Кому? Ты видела его? Что он тебе сказал? Он и его невеста думают, что маме он был не нужен без денег. А сейчас станет нужен, потому что богатенький. Ну и дурак, раз так думает. Не стоило из-за этого расстраиваться. Мы еще разберемся, кто кому нужен, а кто не нужен. Уля про это ни слова. Про что? Про то, где мы нашли Яну и с кем она общалась. Ты скажешь, что загулялась. Где же ты была? Где ты была? Тихо. Гуляла. Марьяш, детка, что? Мамочка. Ну, скажи. И никому не нужная дура. Так. Я даже папе своему не нужна. А каким он был? Вы любили друг друга? Дочь, я тогда за любую работу хваталась. Ульку растила, так трудно было, знаешь. Выть хотелось, особенно по ночам.
Вот тут знакомые сказали, есть парень хороший, надо помочь. Ну, фиктивный брак. Знаешь, прописать. Ну, помогла, вроде хороший. Как-то так жить стали. Незаметно для себя. К Ольке он неплохо относился. Потом, когда ты нарисовалась, он сказал, ну, в общем, честно сказал, что в планы не входило. Прости, я не хочу тебе врать. То есть я не по любви, а случайно? Вот почему у меня все жизнь наперекосяк, да, мам? Тета, послушай. Решек, я тебя очень хотела. Моей любви на 10 хватит, слышишь? Иди ко мне, иди ко мне. Дочь. Ну, доброе утро, Татьяночка. Доброе утро. Хорошо выглядите. А все почему? Потому что мы решили бегать за вами. В смысле, с вами. Потому что движение – это жизнь, дед. Это жизнь. Да, с этим не поспоришь. Ну что, побежали? Ну, побежали. Татьяночка, а вы нам фору дадите? Доброе утро. Доброе. Класс, блинчики с мясом. Очень вкусно пахнет. Спасибо. О, доброе утро. Доброе. Ты у нас, я смотрю, повар по совместительству, да? А потом мне твои блинчики с боков сгоню. Не переживай, сгоним. Ну вот, польза от тебя в нашем доме. Сомнительная, минимальная. Ты сама его в свою комнату пустила. Ванну надолго не занимай. Хорошо. Спасибо. Не отставай. Представляешь, как ее дочь бегает. У тебя вообще шансов. Нет. А какая из дочерей моих вам нравится? Нам вся ваша семья нравится оптом. Я вас загоняла? Все. Трудно первые 100 лет. Тяжело в учении, легко. В бою. Да. Знаете, так не пойдет. Если вы хотите бегать, надо как-то потренироваться сначала. Приходите ко мне в клуб на занятия для тех, кому за ого-го. Непременно придем, Татьяночка. Вставайте. Нельзя сидеть, когда бегали. Нельзя, вы срываете сердце. Вставайте, Лев, вставайте. А почему вы Львов, кстати? Я никогда не знала вашего имени. Имя очень длинное. Константин Константинович. Ага. Львов, короче. Очень приятно, Константин Константинович. Влюбилась? Чш, замолчи. Ну, точно. Еще одно слово, и я все расскажу твоей маме насчет вчерашнего. Нет! Так нечестно. Девочки, я пошел, пока. Ага. Как честно? Я знаю как. Смотри, скоро мои соревнования. Они оба придут. Моя мама и он. И поругаются прямо там? Ну почему поругаются? Обрадуются. Я победю. Побежу. Подойду к микрофону и скажу спасибо моей маме. И мой папа тоже здесь. Круто будет? Я не уверена. А я уверена. Они обязательно встретятся. Ян, кто встретится? Давай побыстрее. Янина. Дай передышку старичку. Молодец. Молодец. В общем, новости у нас так себе, а для твоего Серого вообще не очень. Ну, я слушаю. Серый тоже. Спонсоры нам финансирование сокращают. Слились резко, как... Ну, неважно. Как это неважно? Как слились, неважно. А остальное... В общем, балластных коней мы больше содержать не можем. Нужно освобождать место для новых, юных и перспективных для соревнований.
Сера не балластный, он побеждал. Когда? При царе Горохе? Янина, пойми, ничего личного. Я к тебе с симпатией отношусь, но вот он уже старенький и для спорта не годен. И куда его? Спишем. Ну, если не захотят забрать на фермы, частное хозяйство, то тогда хоть на колбасу. Хоть на колбасу? Вы с ума сошли? Не кипятись. У меня тоже выбора нет. Я не живодер какой. Вы живодер? На какую колбасу? А че вы отвернулись? Смотрите, вот он перед вами живой стоит. Вы себя не хотели списать? Вы тоже не молодой. Янина, ты думаешь, что несешь? В общем так, если найдешь спонсоров, которые смогут оплачивать ежемесячное содержание его здесь, оставлю. Нет, тогда извини. Я из своего кармана платить не могу. Сколько? 12 тысяч. И это каждый месяц. Ну вот и я про что. Ты прости меня, Сера. Потерпи немножко, хорошо? Ну а что нам остается делать? Зарабатывать только. Ой, вы катаете? Да. А сколько стоит? 515 минут. Ну нет, дорого. Ну, мама, пожалуйста. Нормально. Скажите, а таких мелких берете? Да. Только вы будете рядом идти для подстраховки. К этой роли я давно привык. Хорошо. Ну ладно, мы следующие. Хорошо. Идем? Идем? Пошли, пошли. Яна! Да, Ярослав Станиславович. Скажи, а что ты делаешь? Сальто назад, в группировке. Правильно, в группировке. А ты? Что это за размазня? Сальто, согнувшись. Понимаешь, так рискованнее. И ты пока к этому не готова. Поэтому делай, как я тебе говорю. Я победить хочу, понимаете? Победить или шею сломать. Поэтому давай еще разочек и с правильной группировкой вперед. Ладно. Посмотри, сколько мы с тобой заработали, Серый. Ого, какая коняка знатная. Ну, я про нее. Это конь. А почему катаешь? Не катаем, он устал. Да ладно, ну прокати кружок, жалко что ли. 10 минут за 500. А скидочку? 5 за 200. Так нам хватит, мы же шустрые. Очень шустрые, да? Хорошо. Сзади не ходим, может лягнуть. Я же сказала, сзади не подходим. Так, деньги. Слазь, быстрые деньги давай. Что, иди сюда! Стой! Не отдам! Эй! Руки убрал! Отпусти! Эй! Отпусти, я сказала! Стой! Тихо! Боже мой! Нормально. Давай. Марьян, нельзя тебе вот так одной ходить. Я тебя больше не пущу. А Серого на колбасу нормально отдавать? Я не одна, я с ним. Ты лучше скажи, где денег достать. Ну, смотри, что смогу, я дам. Но у тренера есть предел зарплаты, даже если сутками вкалывать. Кстати, твоей мамы тоже касается. Да знаю я, поэтому ищу варианты. А давай я буду с ним ходить. Еще чего. Ну смотри, у прохожих будет больше доверия к парню. И
придурки всякие будут цепляться. Посмотрим на твое поведение. Серая бы с кем не пойдет. Ну вот, доставил в целости и сохранности, так сказать, по назначению. Спасибо вам большое, очень выручили. До встречи. Угу. До свидания. Мам. А? Это твой новый жених? Это мой новый союзник. Понятно. Мам, а? Разговор есть. Про женихов? Нет, про моего папу. Почему ты не хочешь его найти? Встретиться как-нибудь? Но он ведь в нашем городе живет, мам. Почему не хочешь? Ян, я не знаю, потому что прошло 10 лет. И ты знаешь, он как-то тоже не особо нас искал. Он во всех соцсетях есть. Вот, он добился многого. И у него все хорошо. Ну вот именно, если у него все хорошо, то зачем мы ему? И вообще, вот мы с ним увидимся, он спросит, а где вы были раньше? Что мне ему ответить? Ян, мы очень хорошо живем без него. Давай закроем эту тему. Ладно. Это все Коля! Это... Два, три, четыре! И не забываем дышать, да? Дай мой. Потом. Не могу сейчас, правда, подожди. Ну не могу! Не, ну это не серьезно, Тань. Предъявите лицензию на катание. Алло. Какое отделение полиции? Адрес? Мама. Так, ну рассказывай, что тут у вас? Паша в полиции. А? Я его подставила, мне некуда было деваться, ты понимаешь? У меня же Коня, что мне с ним нужно было делать? И я убежала, а он не успел. Хорошо, что теперь? Вот. Нужно заплатить штраф, но это ты должна сделать. Потому что меня там серьезно почему-то не воспринимают. Конечно же я. Слушай, я взяла сейчас 3 группы, 5 индивидуалов, ну вот как будто бы чувствовала. Вот, держи. Нет, Мария. Мы с Серым накатали, держи. Миленький, нет. Штраф очень большой, мам. Пожалуйста, ты можешь взять? Хорошо, хорошо. Первый кусочек мне. Это пицца? Нет, первый кусочек нам. Потому что у нас стресс. Вы, главное, не ссорьтесь. А поделим по-братски? Нет, уже здесь мы делим по-сестрински. Доброе утро, красавицы! Как настроение? Отлично. Ух, так, ой. А, начнем с наклончиков. Да? Разминочка. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре. Пять, семь. Тихо-тихо-тихо. Лежи. Лежи. Ну что, добегалась? Как не посмотрю. Ты ж как электровеник бегаешь. Туда-сюда, туда-сюда. Я что, в обморок упала? Прямо посреди зала. Загнала ты себя совсем. Ну ведь не девочка. Угу.
Завтра 45, ягодка опять. Я не смогу по-другому. Ну так учись. Не смогу. Я какая-то, знаешь, как акула. Она плавает и спит, спит и плавает. Остановится, сдохнет. Ну, если не остановишься... В общем, у тебя проблемы с сердцем. Я знаю, Лиз. Как знаешь? И никому ничего? Не говори никому, пожалуйста. Если меня уволят, я не знаю, как мои девчонки справятся без меня. Девчонки. Девчонки, девчонки. Да дылды они у тебя уже здоровые, кроме внучки. Сами уже крутиться могут. Так они крутятся, Лиз, они крутятся, они хорошие девочки. Ну, просто без меня никак пока. Угу. Правда. Как 12. Дорогая мама, но это еще не все. В этот праздничный день мы хотим тебе подарить. Праздничный пикник! Много-много сюрпризов. Да. Первый из них. Паша устроил тебе отгул. И мы все собираемся на пикник! Девчонки, а вы так и не сказали, почему Марьянка не приехала? Мам, потому что это сюрприз. А вот еще один. Татьяночка, спасибо за приглашение. Какое чудесное место. Да. А вы сегодня просто обворожительны. Спасибо. С днем рождения. Всегда оставайтесь такой же. Дед по дороге сюда прямо замучил меня комплиментами в ваш адрес. Репетировал, репетировал и, похоже, все забыл. А я все помню и буду выдавать их порциями. Выдавайте порциями, мы здесь до вечера. Дед, похоже, девушки сами шашлыки жарят. Нет, шашлыки – это мужское дело. Девчонки, уступите место у мангала мужчинам. Послушайте, у нас все женщины приучены делать мужскую работу. Нет, только не сегодня. Сегодня у вас есть мы. А вы гуляете, наслаждайтесь природой. Спасибо. Мама, а вот и сюрприз. Ты же давно хотела покататься. Форму для катания мы себе взяли, она у Паши. Вот и самому лучшему директору обезьянника. Обезьянник все слышит. Слушайте, ну так здесь здорово. А чья идея вообще? Ну, моя, конечно. И моя. Девочки мои. Хоть мы знакомы и недавно, но чувство то, что знаю вас давно. Татьяна, прекрасная наша Татьяна. Так и выпьем же все за нее. Так, подождите. Хорошо, я сочинил рэп. Чудо-женщина наша Татьяна. Мама Яне, Ульяне, Марьяне. Она вообще-то в не тата. Не в лад и не в попад. Так, давайте батл устроим, а? Нет, поэтически. Нет, деда не победить. Давайте лучше выпьем. Да. С днем рождения! С днем рождения! Ты решила всех женихов моих собрать? Ну почему же это мои женихи, мам? Всем доброго дня. Вот, с днем рождения. Желаю, поздравляю, жить, цвести, желать, любить. Чаще в жизни улыбаться, от земли не отрываться, но на небо смело глядя и летать вам, и парить. Стихи не мои,
Из интернета. Сразу видно. Прекрасные стихи. Ничего, ничего, у меня чего? Вы как? Ничего. Шашлык будете? Да вы не бойтесь так. Я умею ладить с лошадьми. А я побаиваюсь. А они это чувствуют. Вам не скучно со мной? Да нет. Вы хотите, расскажите что-нибудь. Ну, а что вам рассказать? Оратор из меня никакой. Расскажите про дочку. Она вам много проблем доставляла? Вот у моих девчонок вечно какие-то проблемы. То-то, то все. Подростком Светка сложным была. А вот сейчас уехала, и мне уже не хватает всех этих проблем. Дети, близкие. Это счастье большое. Впервые вижу мужчину, для которого его родные важнее, чем он сам. Да ну что вы, я тот еще эгоист. Да никакой вы не эгоист, не похож вы на эгоист. А вот у меня, если честно, мои проблемы личные. Ну, только скажите, решим. Да, выражаясь вашим языком, у меня мотор барахлит. Сердце, что ли? Угу. Ну, знаете ли, и пробег, и год выпуска. Любые поломки чинятся? У машин, да. Кира, пообещайте мне, пожалуйста, если со мной что, вы не оставите моих девочек. Они у меня такие беспомощные, а вы производите впечатление очень хорошего, надежного человека. Если с вами что? Не-не, Тань, вы даже не думаете в эту сторону. Кир, правда, я бы хотела, чтобы рядом с ними были надежные люди. А вы... Вам же нравится моя Оля? Мне ты нравишься. Я выражать это не умею, если ты не поняла до сих пор. Давай вернемся. Лёва, что ты делаешь? Сейчас. Откуда он здесь? Я нашла и позвала. Не ругайся. Ну, привет, Оль. Давно не виделись. Это маме твоей. Вот. Букет. Ну, как придет она, ты подари ей. Хорошо. Ну, ты как? Сама? Хорошо. Чего так пристально смотришь? Плохо выгляжу? Нет, нет, нет. Хорошо выглядишь. Ты не изменилась. В смысле, ты даже похорошела. И... Вот. Ты как мама придет, ей цветы подари и уходи. Так, ребята. Работа готова. Чудо с тем. Ну, как к столу, быстренько, быстренько. Шашлык, шашлык, свеженький шашлык. Спасибо. Соус? Степан. Константин Константинович. Очень приятно. Здравствуйте. Угощайтесь. Мама, встречай, пожалуйста, гостей незваных. Кира, прокатите мне, пожалуйста, на лошади. Очень хочется. Ой, 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 господи. Так, так, так.
Как тут? Кира! О! Ух, Василач! Мама, из всех мне больше всего нравится он. Как вы слушаете, обращаетесь, а? Ой-ой-ой, прокатите меня с ветерком. Степа. Здравствуйте, тетя Таня. С днем рождения. Какая тебе тетя? Ну, как вам? Хорошая мелодия, только такая грустная. Это была любимая песня моей жены. Мы прожили с ней 40 лет душа в душу. А потом, когда я овдовел, смысл жизни был потерян. Я почувствовал такое одиночество. Вы уж простите меня, Таня, за мое ухаживание. Ну что? Понимаете, чтобы совсем не скиснуть, я тянусь к вам, к вашей семье. Вы такие чудесные люди. Давайте будем дружить. Константин Константинович, ну, конечно, мы будем дружить. Семьями. Обязательно. А, Кира, а можно мы с тобой поедем в одной машине с Яной? Застегивай. Мамуль, ну ты счастлива? Ну, конечно. Я счастлива, что мои девочки со мной. Я вот только одного не могу понять. Зачем Уля клеилась к твоему Кире? Чтобы насолить своему Стёпе? Даже Янке не дала пообщаться с отцом. Ну не сочиняй, твой свой. Кстати, Уля нашла своего отца. Янка тоже, и мне вот пора найти своего. Поможешь? Хорошо. Только сама я туда не поеду, даже не проси. Здравствуйте, Татьяна. Ой, здравствуйте. Спасибо вам огромное за тот пикник и особенно за шашлык. Не за что. Зовите еще. А я, кстати, хотела позвать. У нашей Яны соревнования. Приходите поболеть. Она будет рада. Обязательно приду. Что-то мне сегодня цвет вашего лица не нравится. Проблемы с сердцем? Ерунда. Я обещаю, я отдохну. Сердце – это не ерунда. Сердце – это сердце. Так, ты иди готовься, я приду уже к началу соревнований, хорошо? Все, я люблю тебя. И я тебя люблю. Подожди минутку. Привет. Привет. Чё пришел сюда? Тебя здесь кто-то соревнуется сегодня? Дочка моя. Понятно. Ну ты иди, тебя ждут. Ты Лена, моя невеста. Мне неинтересно вообще ни разу. Из чего ты решил, что Яна твоя дочь? Кажется, твоя сестра тебе тогда наплела, что я гуляла со всем городом. А ты тогда поверил? Тогда поверил, сейчас жалею. Что-то поменялось? Поменялось. Поумнел. И привык к мысли, что у меня большая дочь. Привык? Угу. Послушай, Яне вообще не нужно видеть вас вместе, поэтому уходите, пожалуйста. Подожди. Руки убери. Перестань, чего ты начинаешь? Что я начинаю? Здесь моя дочь. Моя дочь меня позвала. Что здесь плохого? Я тебя еще раз спрашиваю, с чего ты решил, что она твоя дочь? С того решил. Вот смотри. Вот это мне Янка вчера прислала, видишь? Здесь ей полгодика. А теперь смотри сюда. Вот здесь мне полгодика. Есть вопросы? У меня нет вопросов. Лена, пойдем, а? Пойдем.
Алло, Кира, здравствуйте. А вы могли бы подъехать? Очень нужна ваша помощь. Девчонки, удачи вам. Ну что, ты готова? Мы все держим за тебя кулачки. Папа тоже? Конечно, он тоже пришел. Но он пришел не один. Но ты вообще не должна на это обращать внимание, да? Потому что ты сильная, как все мы, Янины. Ты что, не хочешь больше с ним общаться? Янка, я честно не знаю, что тебе сказать. Понимаешь, мне очень больно вообще его видеть и вспоминать, и... Тебя сейчас это вообще никак не должно волновать, понимаешь? Да? Обезьянка? Жуля, чего она о себе думает? Мама Ярослав Станиславович, вы, наверное, поезжайте. У нас к вам претензий нет, да? Если позволите, я дожду, что скажет врач. Мне кажется, моя вина тоже в этом есть. Слушайте, здесь вообще ничьей вины нету.
Не считая только тех, кто делает какие-то поступки, абсолютно не задумываясь, как это отразится на ребенке. Уля. Что Уля? Так всегда, да? Хотим, как лучше получается, как обычно? Стёп, я тебя очень прошу, уходи, пожалуйста, отсюда. Все, вообще. Да, Стёп, ты во всё виноват. Я тебя очень прошу, все жили при дурах. Вот тебя не было, я распечатал диагноз, можете ознакомиться, если хотите. Доктор, простите, скажите, что-то серьезное. Ну да, девочке нужна срочная операция. От этого будет зависеть, будет она ходить или нет. Можно я к дочери пройду, да? Да, конечно, проходите. Я тоже. А вот с вами бы хотел бы обсудить детали операции. Хорошо, доктор, давайте обсудим. Мам, прости меня, я всех подвела. Ты что? Ты вообще никого не подвела. Это ты мне прости, я тебе зря наговорила. Папа, он тоже здесь? Да. Он здесь, и мы все здесь, и мы очень сильно за тебя переживаем. Я теперь буду в инвалидном кресле? Нет. Ты что? Нет, ты справишься. Потому что ты победитель, да? Да? Да, с папой. Можно я теперь буду с ним общаться? Ярослав Станиславович, вы правда, идите, наверное. Деньги на операцию – это уже наша семейная проблема. Хорошо. Вы держите меня, пожалуйста, в курсе. Угу. До свидания. До свидания. Мам, ну что там? Что, будем продавать машину? Ого, сколько денег. У меня все деньги в обороте. Стёп, да мы справимся. Я машину в залог отдам. Деньги будут. Ты уверен? Да, это моя дочка. Нет, ну мою все равно придется продавать. Нам еще реабилитация нужна. Константин Константинович, что вы там пытаетесь увидеть? Я могу помочь вашей внучке. В смысле? Я врач, реабилитолог, остеопат. Есть своя клиника. Вы серьезно? Да, вполне серьезно. Алло. Степа. Да. Ну как? Я бы хочет тебя видеть, но я это делаю только ради нее. Я переговорил со своим учеником. Он врач-хирург, у него золотые руки. Он согласился делать операцию Яне. Господи, Константин Константинович. Ну что вы, все будет хорошо. С вашего позволения я переговорю с нашей пациенткой. Мама, иди сюда. Я нашла сайт клиники. Оказывается, наш сосед – доктор науки, профессор. Смотри. Кто бы мог подумать. Ну что, Яна Степановна? Ситуация у нас непростая, но я уверен, что вы справитесь. Долго разлеживаться я вам не дам. Будете делать все упражнения, которые я вам скажу. Будете? Буду. Очень хорошо. Когда у вас следующее соревнование? Через месяц. Я что, смогу в них участвовать? Ну, через месяц навряд ли. А через 2-3 почему бы нет? Девочку каждый день надо будет привозить в клинику. Там спецоборудование, обученный персонал. Будет кому это делать? Будет. Конечно. Очень хорошо. Тань, а ты что, физических нагрузок мало? Или ты что, у нас тут уборщица устроилась? Слушай, сейчас такая ситуация аховая, что никакая работа не помешает. Ты же говорила, я не сделали операцию. И оплатили все. Да, сделали, оплатили. Так мы теперь кто в долгах, а кто в кредитах. Ну, знаешь, тебе это все равно поберечь надо. Ты вообще как давно отдыхала? На том свете отдохнем. Сейчас девчонкам моим помощь нужна. Знаешь, что я тебе скажу? Что самое грустное? Ты вот жил рвешь, о себе не думаешь только о девочках, о девочках. Они очень быстро растут и все забудут. Еще хорошо, если спасибо скажут. Ну, даже если и так. Слушай, ну я по-другому не могу. Они, правда, смысл моей жизни. Таня, Таня.
Пошли. Удачи. Шагом. Серый. Серый. Тебя всему учить надо. Давай, давай. Как? Давай, пошли, 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 пошли. Вот видишь, тебя слушают. Янина? А ты чего это тут? Я взяла себе ставку уборщицы. Тетя Зина ушла на больничный на месяц. Вы же не против? Денег не надо. Пусть они идут в зачет на содержание Серого. Ну, какая из тебя уборщица? Хорошая. Я справлюсь. Да я не про это. Насмешек не боишься? Ну, у нас любой труд в почете. Пожалуйста, не отказывайте мне. У меня сейчас в семье проблемы с деньгами. Спасибо! Стой. Стой. Привет, мальчики. Привет. Ну что, вы бомбить идете? Хм. Я так и поняла. Слушай, ну ты ж не выдашь нас. Просто деньги очень нужны. Всем нужны. Кать, понимаешь, у Марьяны в семье беда случилась. Видишь, она даже уборщицей согласилась работать. Я видела. А какая беда? Племяшке сделали операцию. Но она уже идет на поправку. Стой. Стой, Серый. Стой. И вы идете кататься, да? Ну, ты же не скажешь возвращаться. Да нет, зачем? Просто места надо знать, где с лицензией не прицепится. Я покажу. Да? Да. Там и подзаработаете. Да, Серый? Шагом. Спасибо тебе. Пожалуйста. Как омлет? Как омлет? Может, мы поделимся? Ну что-то мы обижаемся. Отстань. Марин, мы вчера с Серым неплохо сработали. Особенно неплохо провел время с Катей, да? Совместил приятное с полезным. Паша, а ты не мог бы мне помочь Янку вывести? Да, конечно. Что ты ему устраиваешь цену ревности? Он тебе муж, что ли? А что ты командуешь? Ты ему жена, что ли? Марина, с твоим характером, конечно. Да, никогда я не выйду замуж, знаю. Да, правда, никогда. Выгуляю, не переживайте. Да я не за Цезаря переживаю, а о том, как выполнить обещанное. Клиники давно не был. Вот оделся по-дурацки. Даже бабочку хотел нацепить, верите? Константин Константинович, вы прекрасно выглядите, правда. Знаете, все мои ученицы в клубе были бы рады такому галантному кавалеру. У вас неуемная страсть всех сватать, Татьяночка. Это правда. Доброе утро. Карета подана. Я тогда за Янкой и Ульяной поднимусь и поедем. Ой. Я это... футляр забыл. Я сейчас. Доброе утро. Доброе утро. А я вот к вам. А я тоже хотела, знаете, не по телефону благодарить. За что? А, ну, как же, машина и кредит. Эти деньги так нам помогли всем? Да я что? Это мои друзья этим просто занимаются. Только у нас совместный заговор. Пожалуйста, не говорите Ульяне, что это деньги Степана. И он очень просил. В курсе. Да?
Я тоже. Вот, вам. Кир, не надо, вы что? Берите. Нет, нет, не надо, Кир. Берите. Вам еще долги отдавать. Янке ведь еще лечиться. А вы знаете, Константин Константинович будет лечить ее в своей клинике бесплатно. Поэтому оставьте это на другой черный день. Хорошо? Да хватит бы вам уже этих черных дней. Папа! Привет, малышка. Зато смотри, сколько у тебя помощников. Ты уже определись, кого выбрать. Злючка. Мам, а можно мне папа понесет на руках, а Паша кресло потянет? Можно, доченька. Паша, грузи, пожалуйста, кресло в машину Кири и Яну тоже туда. Понял. Зачем? Я ведь уже приехал, сам ее отвезу. Нет, я специально попросила Киру нам помочь, потому что у него больше машины, а в твою только модель поместится. Ладно, я за вами поеду, хорошо? Многовато помощников, да? Но вы же понимаете, что он приехал сюда ради вас. Уже ничего не понятно. Все так перепуталось. Прекратите меня сватать. У вас учусь, моя милая Татьяночка. Степан, я еду с вами. Хорошо, садитесь, профессор. Уль. Я тебе сказала нет. Уль, давай без этой дурости. Я ее отец, и я буду ее сюда возить. У Яны в графе отец стоит прочерк, поэтому хватит якать. Ну скажи мне, что тебя так бесит? Что? Чего ты хочешь? Чтобы я ее бросил, зная о ней? Тебе полегчает от этого? Ты ее и так бросишь. Ты поиграешь в своего идеального отца, а Яна к тебе привыкнет. А потом ты исчезнешь. Ну почему? Почему я должен бросить ее? Потому что у тебя скоро свадьба. Потому что ты поедешь в свадебное путешествие. Потому что твоей невесте не нравятся чужие дети. Это проблема решаема. Ну ты хоть понимаешь, что это проблема? Яна хочет, чтобы я был здесь. И я здесь буду, так что не старайся. Ты пользуешься просто тем, что Яна этого хочет. Все, пошли на завод. Пойдем, пойдем. Ульяна, держишь за ноги, Степан за руки. И теперь медленно делаем упражнение. Вперед, назад. Очень осторожно. Да. Хорошо. Да. Так. Назад. Вперед. Назовем это упражнение качели. Вы его будете делать в домашних условиях, самостоятельно, регулярно. Обожаю качели. Обращаю внимание взрослых. Вы обязаны вдвоем присутствовать, чтобы ничего не случилось. Только так, возможно, будет положительный результат. А если они перед этим поссорились? Мне с ними заниматься? Ну, нет. Это исключено. Только положительные эмоции и настрой обоих родителей. Договорились? Договорились. Очень хорошо. Теперь самостоятельно. Но... Ноги крепче держи. Поаккуратнее. Держи крепче ноги. Куда? Кататься. Надо же деньги на содержание его зарабатывать. А ты мети, мети лучше. А ты уйди, это мой конь! Здесь твоего ничего нет. Серый принадлежит базе. Если ты хочешь его выкупить, выкупай Янину, вот тогда он и будет твой. Вот и выкуплю. Ну и когда? Сколько? 100 лет будешь деньги копить? А деньги будут. Мне отец должен кучу алиментов за 18 лет. Пускай дает отец. А мы пока пошли кататься. Ты, кажется, не того жеребца схватила. Тебе, кажется, Пашка нужен был, да? Ну так бери его, мне он не нужен.
знаешь, какой это? Род? Да. Десятый. Там Гусевы живут. Андрея Гусева знаешь? Ну, знаю. Батя мой. А что? А тебя как зовут? Мишка. Мишка. Ну, Мишка, где твоя улыбка? Ты чего унылый такой? Домой не хочу. Батя похмел отправил, а я бутылку разбил. Тебе алкоголь продают? Да знают меня там. Батя теперь башку разобьет. А я к вам. Проведешь? Вот оно как, значит. Сеструха твоя. Да. Мать, ну а ты что сидишь? Давай подсуетись. Накрой на стол, посидим, отметим. Танюхина, значит. Похоже на нее, похоже. Ну, а что стоять? Ногах, правда, нет. Садись, садись. Так, стоп. Давай, зачем ходил? А, ему не продали. Вот, купите сами, пожалуйста. Да я вроде меньше давал. Ну, да ладно. Вы тут знакомьтесь, а я схожу. Куплю, чего надо. Андрюш, 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 закуску купить надо! Андрюша! Надо закуску. Я знаю, что ты купишь вторую. Купишь, а не закуску. Да стара ты меня уже! Подожди, я сказала! Ты правда моя сеструха? Да. За алиментами пришла? Вроде как. Ты тоже сеструха. Варя. Да она же вся горит. Ну, заболела. Нужно жар сбить. Лекарство есть? Нет? Ее нужно растереть. Спирт. Спирт есть? Так отдавайся. Выпили ведь. Где домашний телефон? Ну, мне их отключили. Подожди. Подожди. На. Быстро в аптеку дуй, купи жаропонижающий. Слышишь меня? Быстро, быстро, быстро. Я вызову скорую. Уснула. А есть еще фотографии какие-нибудь? И этих хватит. Яна спит, ты можешь идти, не задерживаю. Оль, ну что ты начинаешь-то? Степа, как ты хотел? Степ, иди, пожалуйста. Оль. Все, иди. Степ, все, иди, Оль, давай, Оль, хватит. Прекрати. Ну, хватит. Степ, ну, пожалуйста. Ты что, ты издеваешься, что ли? Все, иди. Давай, на выход, я тебе сказала. Оля. Оль, ты там? Я знаю, что там. Знаешь, вспомнил, как мы с тобой первый раз поссорились. Ты тогда меня вот так же выгнала. Перед носом дверью бахнула. А помнишь, что случилось-то? Обиделся на меня, что у меня отпуск быстро закончился. Сказала мне тогда еще. Давай, уезжай.
Я скучать не буду. Че, не скучала, что ли? Оль. Или скучала? Я тут у сестры своей поспрашивал. Чего мне тогда твои письма-то не доходили? Она призналась, что... Когда у меня часть поменялась, она адрес тебе неправильный дала. А мои письма, которые я на свой домашний стол, она тебе не передавала, слышишь? С матерью они решили, что мы не пара-то с тобой. За нас решили мы. О, как бывает. Ну да ладно. Че там? Что уж теперь? Ладно. Че уж теперь? И тут сырость. Маренко познакомилась со своим отцом и с его семейкой. Это просто ужас. Он и жена пьют. А Мишка, сын, он вообще затюканный. Девочка Валя, ей 4 годика. Ее увезли с воспалением легких в больницу. И то только потому, что я к ним приехала. Зачем ты туда пошла? Я хотела с ним поговорить насчет алиментов. Дура. Отцы и деньги — это какая-то извечная проблема. Леш, если это камень в огород Степана, ты не права. Он лез в кредит, оплатил операцию, просто не хотел тебе говорить. Глупость какая. Почему он ничего не сказал? Ну, я думаю, он боялся, что ты начнешь говорить, что вот, хочет купить любовь дочки. Ну, вот это все. Мам, если ты сейчас хочешь сказать, какой Степ хороший, то не надо. Тем более он женится через пару дней. Знаете что? Мы должны думать о себе сами. Правильно? Угу. Значит так. Вот эта вот коробочка, вот эта вот прекрасная коробочка, будет наш фонд взаимопомощи. Я буду складывать сюда свою зарплату, и мы отсюда будем оплачивать свои долги. Это мой первый взнос. А я как раз на подработку устроилась. У меня Серый немного накатал с Пашей. Ого. Так, дед, ты освобождаешься от работы? Да, ты будешь готовиться к экзаменам. Нет. Да. Я смогу совместить с подработкой. Ты будешь сдавать экзамены. Хоть вы меня бесите немножко. Но я самая счастливая, что вы у меня есть. Вы самая лучшая семья в мире, вы это знаете? Ой. Самая-самая лучшая. Ну все, не плачь. Я люблю вас. Осторожно.
Лена, нажимай, нажимай. Приятного аппетита. Алло. Можно? Конечно. Надо кое-что обсудить. Давай. Чего? Смотри, я вселился к вам задешево с одним условием – отвлекать и развлекать Улю. Я это условие не выполняю и не смогу, потому что мне нравится Марьяна. И как-то все некрасиво получается перед всеми. Значит так. Во-первых, Улю не надо отвлекать и развлекать, ее уже отвлекли. Во-вторых, живи, мы к тебе привыкли. В-третьих, больше всех к тебе привыкла Марьянка. Пашенька, ну надо понимать, ей 17 лет, она маленькая, да? Конечно, я понимаю. Она постоянно рычит, злится на меня, ревнует. Объясняйте, что это бессмысленно. Во-первых, ее надо дождаться. Ну, конечно. Во-вторых, ну потерпи. Ну, у нее уже детский сад в голове. Ну, женская мудрость, она же с годами, да, наживается. Ну? Паш, у меня для него нет. Для него меня нету. Я понял. Спасибо. Привет. Привет. Я это... Татьяна еще. Ага. Сказали, она где-то здесь. Нет, она ушла уже. Передайте что-то. Я ей хотел лично сказать. Не по телефону. Угу. Слушай, а ты же умеешь, Миша? Пока еще да. Не передашь ей еще? Черт, как бы это... Ну, она ведь тебя тоже просила. Насчет Ульяны. А, в смысле, ухаживать за ней? Да, да. Так вот, не по мне это все. Понимаешь, я от всей души готов ей помочь. Деньгами, да. Возить куда угодно. Ну, короче, любая помощь. Но изображать что-то не стану. Пусть не обижается, ладно? Да что обижаться? Я думаю, Таня Уля все поймет. Угу. Понимаешь, ну, если бы она сама как-то... Я же ей сказал, что она мне... Таня? Ладно. Просто смешно даже. Все хотят от меня откупиться, лишь бы не видеть. Да? Ну, во-первых, это тебе. От него. А во-вторых, он пришел сказать, что не будет крутить с Улей. Потому что ему нравишься ты, а ты машина. И в-третьих, скажи мне, пожалуйста, это такая женская мудрость, да? Прятаться от мужчины, который тебе нравится. Так, а это что здесь делает? Ёлки-палки. Ты как меня нашел? Было бы желание, нашел. Ну, а что ты так? Так не о чем нам с тобой говорить. Таня, здравствуй, во-первых, а во-вторых, как не о чем. У нас вон дочь какая растет, красавица, умница. Про дочку вспомни. Значит так, слушай, Гусев, забудь меня, забудь дочку. Марьяна не станет с тобой общаться, ясно? Ну, хорошо, договоримся без нее. Договоримся о чем? Об алиментах. Батюшки. Ты решил нам заплатить? Не-не-не, это я как раз подумал наоборот. Вы вон в полном шоколаде, а вот я думал, может быть, моя бывшая семья поможет мне, ну, учитывая мою тяжелую нынешнюю жизненную ситуацию. Ты серьезно? Ну, а что? Марьянка, он взрослая, 18 лет, работает уже не будет. Гусев, ты допился, что ли, совсем до чертиков? Ты сдурел, что ли? Дай тебя по судам затаскаю. Ты потеряешь опеку над своими детьми вместе со своей алкоголичкой, женой, ясно?
Да ладно, что ты завелась тогда? Может, я шучу? А я не шучу. Убирайся отсюда. Ну, хорошо. Пока. Танюша, ты прости, но это снова я. Что, полицию вызвать? Ну да, случается с кем-то, наговорил я тебе глупостей. Ну, я же просто общаться хочу с тобой, с дочерью. На водку пришел просить? Да нет, ну зачем ты так? Ну, у меня может быть самое лучшее в жизни, чтобы это ты. Так, вот этот бред я слушать не буду. Ну нехорошо, не хочешь, не... Ну, выручи-то. Ну, помоги, правда. Ты же знаешь, у меня дочь болеет, у меня сын на болту, жена не работает. Ну, мне хоть как-то выкрутиться. Сколько? 1000? 2? Ну, побольше. Пойми, мне хоть как-то с колен надо встать. Я же все стараюсь. Ну, а представь себе, если бы у Марьяши... Так вот это не надо. Много не дам, самим сейчас не хватает. Но обещай, что не на водку, а на ребенка. Вот клянусь. Честное слово. Сейчас вынесу. Не ходи за мной, нечего тебе в квартире делать. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, не очень. Что не очень? С дедом что-то? Не с ним. С Буяной вашей что-то не то. Я еще утром, когда с ней и Цезарем гуляла, она сама на себя не была похожа. Хорошо, посмотрим. Может, она отравилась, может, ее к ветеринару надо. Угу, разберемся. Спасибо. Что ж так не кстати, Гусев вечно, а? Сейчас, моя девочка, сейчас. Так, вот нам с тобой на ветеринара. А вот... Гусев тебе. Иди к маме. Иди. Иди ко мне на ручку. Ух ты ж мой хороший. Подожди, зайка, подожди. Ты здесь? Ну, тебя нет. Я жду, нервничаю. Держи. Ой, спасибо. И это все? Да понял я, понял. Гусев, лифт! А знаешь, я не люблю лифты, я пешочком. Дверь закрыла? Да что ж такое, все одно к одному, а? Поворачивать уже поздно. Надо позвонить девчонкам, сказать, что растяпа мать дверь не закрыла. Да где же этот телефон? Привет. Что ты тут делаешь? И где мама? Так она куда-то срочно с собакой убежала. Не ври. Она не оставила бы тебя одного в квартире, не отдала деньги. Так это она мне одолжила на лечение для дочери. Ну, можно сказать, материальная помощь. Не ври. Ты все пропьешь, положи на место. Ну, так что ты... Полицию вызовешь или что? Марьян? Марьян? На что пришелся? Паша, это мой отец. Угу. Деньги положить? Ну, смотрите, вы мне не отец, и навалять могу. Да пожалуйста. И карманы.
Да что ж вы за люди такие? Это мне Танюха прямо в руки дала. На дочь, на лечение. На, держи еще. Мария. Это для сестры и для брата. Никогда сюда больше не приходи. Уходи. Уходите. До свидания. Так, давай, присядь. Успокойся. Все забудь. Забудь? Забудь. Ну сначала сделайте, а потом просто забудь. И ты тоже со своей Катей. Я думала, что мы с тобой... А ты... Паш. Осторожно. Не будет тебя. Дверь закрой, пожалуйста. Мария. Что такое? Это отец Марьяны. Ух ты. Значит, она его тоже нашла. Как я тебя. Ну, пойдемте. Что он здесь делает? Ой, народ, где все вообще? Хоть кому-то в нашей семье повезло в любви, а? Это не то, что ты подумала. Ну, понятно. Марьян, там твой папаша крутился у подъезда. Что ему нужно было? Он больше сюда не придет. Тата! И все, посмотрите, как я могу сделать два шага. А где бабушка и Буяна? Машин во дворе нет. Ой, пожалуйста, аккуратно только, я прошу тебя. Молодец. Алло. Я бы на твоем месте, да. Да. На моем месте. Угу. Да. До свидания. Что-то случилось? Что-то с мамой? Да, мама попала в аварию. Ты вообще понял, что врач там? Переведу с медицинского на человеческий. У Татьяны сердечный приступ, вызванный сильным переутомлением. Состояние стабильно тяжелое. Так, что мы теперь делаем? Мы будем дежурить рядом с мамой. Я понимаю, что у всех свои дела, но... Я могу. А буду я. Я могу сидеть с ней столько, сколько нужно. У тебя ребенок, у тебя работа. И я буду дежурить. Не возражайте. Спасибо вам. Спасибо. Даже не сомневайтесь, прекрасная Татьяна, своему внуке Левке я всыплю по первое число. Левка с его физическими открытиями совершенно пропустил Буяну и Цезаря с их физическими опытами. И вообще, я всем благодарна, кто нам помогает. Да, все большие молодцы. И мам, и я очень сильно злюсь. Я злюсь на себя, я злюсь на тебя. За то, что ты загнала себя как лошадь. За то, что мы тебя не остановили. Ну, послушай, ну, так же нельзя, ну. Мам, ну, лучше же этот поезд остановить на ходу, чем тебя, понимаешь? Серый остался на довольствие, представляешь? Пашка, как ты договорился?
тише ночи. Ты только проснись. Мне без тебя очень скучно. Дай парусу полную воду. Сама же я сяду к рулю. Дай парусу полную волю, сама же я сяду к рулю. Я так и знала, Кира, что этот ужасный голос твой. Никогда больше не пой, пожалуйста. Танюш, ну вот видишь, все исправляется. И движок тебе поправили. Да ты про меня или про машину? Машину тоже исправили. Яна, без фанатизма, родители. Все. Давай, на. Вот уже, ходим. Господи, как я рада, все собрались. Ну, почти все. Боян тебя дома с сюрпризом ждет. Да, теперь нужно за ней ухаживать, потому что через месяц она нам принесет щеночков. Да как? Левка мой не досмотрел. Кто ожидал от старичка Цезаря такую прыть? Татьяна Юрьевна, я, конечно, понимаю, что это не совсем вовремя, но... Я хотел просить руки вашей дочери. Молодец. Степа. Ну что, я согласна, забирай. Мама. Степа, что за импровизация? Никаких импровизаций. Просто не хочу, чтобы в графе «отец» у моей дочери стоял прочерк. Поэтому? Не только поэтому. Кир, зачем тебе я? Ты видел, как я живу? Я же белка в колесе, шила в одном месте. Видел. Со мной непросто. Да, с тобой непросто. Кирилл, есть хоть какие-нибудь аргументы за? Есть. Понимаешь, родители назвали меня в честь деда, фронтовика. Поэтому по паспорту я не Кирилл, я Кирилл. Все зовут меня Кира, Кира. Вот и думают, что я Кирилл, а я и не спорю. А на самом деле я Кирь Ян. Вашу семью только с такими именами принимают. Убедил. Ты же сама все понимаешь. Но, наверное, нужно сказать словами. Да, скажи. Я тебя люблю. Слышишь, я люблю эту женщину. Я тебя тоже люблю. Только пообещай мне. Когда не петь больше. По крайней мере, эту песню. Что делать? Что делать? Кира, что делать? Дай-ка за мной! Боже мой, лишь бы не девочки одни!